Так, здорово, мужики. Меня зовут Денис. В общем, я проходил тренинг у Владимира Шамшурина. Соблазняй лучших, оставайся с собой. Ну, даже не знаю, конечно, что говорить. Ну, буду говорить по существу так, как оно есть. Ну, очень боялся идти на тренинг, потому что думал, ну, какое-то кидало, там, знаете, может. Ну, короче, стремовал одним словом, да. Ну, то есть я не жалею, что я прошел сейчас тренинг у него, да. Я даже, не было денег, я даже взял кредит ради того, чтобы пройти этот тренинг. Ну, на тренинге там, конечно, да, очень много информации я узнал. Ну, в свободном источнике столько информации не было, да. Ну, вопрос, почему именно к нему, да, например. Ну, из-за того, что он вылаживает свои видео, там, подходы, да, там, вылаживает, вот недавно встречу свою он выложил, там, да, блин, ну, мне очень понравилось, короче, вот это была последняя точка, что я решил пройти тренинг у него. Ну, что хочу сказать, ребята, блин, это стоит, вот реально стоит. Если я раньше даже не мог подойти заговорить с девушкой, да, то сейчас я спокойно подхожу, там, классной, вот реально, к офигенной, там, девушке. Спокойно общаюсь, там, беру номер телефона у нее. Ну, то есть, все круто вообще, короче. Ну, конечно, я вот буквально неделю назад, ну, где-то так, закончил тренинг. И... И как бы самым охуенным девушкам, конечно, стрёмно еще подходить, но я себя заставляю там, да, подхожу все равно, короче, все действует вот реально. Поэтому только Вова советую, никакие там Эрмесы или еще что-то. Реально только Вова Шамшурин может тебя научить. Ну, конечно, не все, наверное, смогут там взять себя за яйца, но нужно, парни, нужно это делать 100%. Потому что результат... не заставляю долго ждать. Ну вот я буквально вчера, позавчера там назначал свиданки, сегодня тоже назначил, короче, девушке. Но я просто думаю, когда у меня будет, ну, больше времени, чтобы больше там заниматься соблазнением, да. Ну, блин, вообще, короче, думал много сказать, но как-то мысли не лезут в голову. Ну, я вообще сам с Украины, прошел онлайн-тренинг, да. Ну, блин, круто, у меня до сих пор, короче, впечатление. Раньше я вообще, ну, вот, буквально за все прожитые, мне 20 лет, за все прожитые годы я не сделал столько подходов, да, столько знакомств с девушками, как за вот эти 2 недели тренинга. Были там вообще у Макове такие задания, ну, про это не буду говорить, про это вам Вова все расскажет на тренинге. Ну, блин, в общем, круто, мужики, вот реально, тренинг стоит этих потраченных денег, я вам серьезно говорю. Вы, в принципе, можете мне даже не верить, это уже ваше дело, да, я сделал свой отзыв, сказал все как есть, что еще там сказать, я даже не знаю. Ну, скажу, конечно, еще пока секса не было, телок еще пока не трахнул, но вот буквально на следующей встрече уже думаю, короче, приглашу в кафешку там девчонку, ну и то есть начну ее полностью прожимать, короче, кинестетик, там все делать как нужно. Что еще? Ну, со мной тоже друг, как бы, тоже проходил онлайн-тренинг. Ну, ему тоже очень понравилось. Он, я надеюсь, он тоже снимет свой видеоотзыв. Он тоже с Киева, как бы. Ну, то есть, блин, тут даже нечего говорить. Идите на тренинг, да и все. Да, еще, короче, мужики, не досказал. Ну, вы как видите, что я, короче, не слишком там такой красавчик, да, блин. Ну, если по поводу вас этого зажимы там, да, что я некрасивый, там, плохо одеваюсь. Ну, это все исправимо, в принципе, да. Я тоже сейчас работаю над этим, как бы. Ну, блин.
реально я там не какой-то там мачо, что ли. И все равно девки ведутся, вот реально, блин. Наверное, не важно для них, там, ну, красивый ты, некрасивый. Главное, чтобы ты, ну, во-первых, был естественным, там, да, там, говорил, там, ну, все, что надо, конечно, говорил, если хочешь заняться сексом с ней. Ну вот, короче, да, вот такой я, ну, некрасивый. Раньше я так считал, ну, сейчас я себя считаю, ну, симпатичным, потому что я понимаю, что девушки, короче, на меня реагируют вообще кляво, там, да. Ну, то есть нет по этому поводу комплексов. Да, кстати, похвастаюсь тут, короче, сижу, блин, нормальной, короче, кафешке, пью кофе. Да, и, кстати, вот по поводу жизни, как жизнь моя изменилась, вот я уволился со старой работы, да, работал на стройке, короче, как бы это ни звучало прискорбно. Сейчас работаю, ну, на другой работе работаю, да, ну, уже более, работаю не физически, а умом в основном работаю, да. И вообще в планах у меня тоже создать свой бизнес, как бы, ну, мне нравится, нравится пикап, то есть, да, я уже давно о нем мечтаю, еще с 16 лет, короче, мечтаю, как бы, пройти пикап, ну, все, ну, еще мог, конечно, в том году пройти, но, блин, вот это что, я очковал, конечно, я и не пошел, ну, в общем, все.